Вопрос водоснабжения стал центральным на расширенном планерном совещании, прошедшем в администрации Северского района. В связи с выходом из строя 5 артезианских скважин на Северском водозаборе воды нет на ряде улиц районного центра. Прекратилась ее подача и в несколько детских дошкольных учреждений. Сложившаяся ситуация потребовала введения особого режима и разработки комплекса мер для восстановления бесперебойного водоснабжения населенного пункта. Комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности моего Северского района решила установить 16:00 часов 10 июля 2023 года для органов управления района звена ТПРС ЧС режим функционирования повышенной готовности в пределах территории станицы Северской Северского района. В рамках функционирования режима повышенной готовности главе Северского сельского поселения разработать и утвердить график подвоза воды населению, обеспечить поставку воды населению станицы Северской в требуемом объеме путем подвоза и подачи воды в ограниченном режиме согласно графику. Кроме того, создается аварийный запас инженерного оборудования, необходимого для создания бесперебойного водоснабжения в закрытых на сегодняшний день детских садах номер 14-42. В Центре развития ребенка и его филиале установят накопительные емкости для запаса воды с обвязкой насосов. Предусмотрена система фильтрации и обеззараживания воды. В ходе планерного совещания главы поселений задали интересующие вопросы представителям ресурсоснабжающих организаций. Большинство из них касались проблем энергоснабжения, в частности перепадов напряжения в электрической сети и частых отключений.